Сейчас надо сюда вход. А, ну да, здесь такое молодняковое, молодежное местечко вроде. Сейчас посмотрим. Друзья, мы с вами находимся в Салониках. Сейчас такой прекрасный, свежий, красивый, романтичный вечер. Гуляем по улицам этого древнего города. И здесь решили зайти в одно интересное место здесь. Ага. Да. Я так понимаю, что здесь такие парочки приходят сюда, берут с собой что-нибудь перекусить, да? Попить что-нибудь и... Сидят довольные. И сидят... Молодежные группы. Да, сидят довольные, любуются вот этими салониковскими видами, огнями. Вот это оливковые деревья. Это оливковые деревья, да? Такое, чтобы подсветку сделали. Ага. И как всегда все играют в карты. Вот они любят в эти карты играть. Друзья, никогда в жизни не видел ни одной страны, где бы вот так вот в таком количестве играли в карты. Как здесь, в Греции. Где Олимпийский музей? Вот этот? Ага. Написано Олимпийский музей. И флаг, точнее знак. Ага. По причальчику. Да, прогуляемся по причалу. Очень мило. Все вот так, видишь, сидят на этом, на... Сейчас посмотрим, как тут. Тут все, ступенек нету? Нет, ступенек нет. Вода просто есть. Приезжает на велосипедах. Да, оригинальное место, красивое такое, молодежное. Спокойно, видишь, все сидят. Меня вот больше прикалывает, как они, видишь, смотри, все спокойно сидят. То есть никто не этот, не голдят, не бухают, не принимают никаких наркотиков, алкогольных напитков. Точнее, они это делают, но как-то это все тихо происходит. Никогда. Все настолько спокойно, никто ни до кого не докапывается. Удивительно. Как умеют люди, оказывается, жить в этом мире. Так вот, живешь, видишь вот это все и думаешь, какой же мир многообразный. Все лежат вот на этих вот штуках. Смотри, они все на этих лежат. Ага. Видишь? Да. Прикольно. Здесь еще, кстати, какие-то трамваи, рельсы, да. Не, ну да, ничего не ходит здесь. Здесь, наверное, знаешь, еще не трамваи ходили, а вот эти для парома, для, как сказать, для загрузки. Не, для загрузки этих кораблей, может быть. Ну да, типа что-то такое. Да, что-то такое. Ну да, здесь. Тут так пахнет уже морем. Конкретно. Конкретно морем пахнет, да. Так, посмотрим, что у нас там впереди. Бар. Там, кажется, бар какой-то, да? Бар. В общем, это место, я его 100% могу назвать. И думаю, не ошибусь, это место для таких влюбленных пар, да. Uh-huh. Все здесь, они собираются, тусуются. Лежат, сидят. Дышат морским воздухом. А тут такой лаунж-бар. Да, здесь уже кто хочет в более ритмичном... Боже, в ритмичном темпе посидеть. Да, да, именно посидеть. Это называется рича. Рича? Рич. Упасть, где? Ну слева, да, конечно. А смотри, какая колонка здесь висит. Ариос.
нормально. Смотри, какое оно большое, это заведение. Огромное. Это очень мило так. Да. Это приятно. Мы тоже кушаем. Нормальное место, интересно. Пойдем вон до туда, дойдем, посмотрим, что там. Можно посидеть, чаю здесь что-нибудь заказать. Пирожное какое-нибудь. Сейчас до крана дойдем. Это же вроде кран же какой-то, да, подъемный. Видать, для этих, для морских грузов здесь вот рыбалочка у нас. Да, вечерняя рыбалка. О, вот здесь вот. Английский. Смотри, какой кранчик. А, видишь, он и двигается на этих рельсах, смотри. Он тоже на рельсах идет. Видать, грузы. А, там люди сидят. Да, здесь уже более интимные уединения идут, друзья. Да. Сначала все идет по такому процессу. Сначала попадают люди в парк. Точнее, вот на этот причал, вон там вход с той стороны идет. Там они немножко сидят, смотрят, наблюдают за водой, да, на воду. А потом за кран. Любуются. Потом под кран. Не-не, не сразу так, подожди. Потом они идут в бар, мимо проходят, хочешь, не хочешь. Там уже зависит от ситуации. Если ситуация немножко такая сложненькая, то заходят в бар, принимают на грудь. Ага. Ты смотри. Интересное сооружение. Да. Реклама порошка. Спасибо. С этой стороны что у нас? Собачка. То же самое. Она пластмассовая, кстати. Не стеклянная. Не. Мне так сразу желание туда опустить. Очень интересное место, конечно. Вот. И здесь, друзья, так, вот о чем я говорил, давайте еще раз сейчас повторю. Значит, там люди входят, потом сидят, отдыхают, там развлекаются, да, на берегу, так просто любуются красотой, тишиной, говорят о романтике, о больших возвышенных каких-то вещах. После этого, если это все еще как бы не идет к окончательной точке, то двигаются дальше вот в эту сторону, в сторону этого крана. Вот пока двигаются в сторону этого крана, хочешь не хочешь, они проходят этот бар, который там находится, большой, огромный. Там для более расслабленного состояния принимает какие-нибудь легкие напиточки, и после этого уже спокойным, легким, воздушным шагом вот доходит до этого места, и как вы видите, вот там вот сидят парочки, я не знаю, это видно, нет, но они уже, то есть есть парочки просто уединившиеся там, здесь парочки есть, которые серьезно уединившиеся. Да, уже спрятались. Вот. Кроме этого, есть люди, которые сюда приходят не просто уединиться, но и понаблюдать за теми парочками, которые уединились. Это вот такие вот пенсионеры на велосипедах. Еще есть рыбаки. Да, еще есть. Еще есть рыбаки, да. Ну что ж, пойдем дальше. Такой вот причал в Салониках. Да, тут такой серьезный причал, видишь, там такая линия. Кто сидит? Что там? Большой причал. А, ну да.
Хорошее место. Вообще приятно. Ну, если бы я здесь жил бы, я думаю, я часто на этом причале тусовался. Рыбу ловил бы. Ночью. Ночная рыбалка была. У бара. У бара, да. Сам, мне больше всего нравится, это вот эти подсвеченные оливковые деревья, вот в этих белых камнях. Ага. Так красиво. Kitchen bar это называется. Kitchen bar? Кухонный бар. Кухонный бар? Ну, такой красивый, большой. Да, большой бар, кстати, и огромный. И внутри, и снаружи, и второй этаж, Второй этаж вообще открытый какой-то. Uh-huh. Там что-то непонятно, что происходит. Может, он всех кухает? Там машины моют. Звук слышно? А, там может моет бокал. Бокал моют, да. Тут, кстати, уже воняет. Воняет такими рыбными снастями. Ну, морем пахнет. Так? Морем. Я чувствую такую сетью, которая поймала мидии. Да. Такое пахнет. Пахнет эпохой Хемингуэя здесь. Вместе мидии с этими, с водорослями. Ага. Фу. Запах не очень. Теперь газевыми ваннами пахнет еще. Израильский. Это вот здесь, вот, наверное. Здесь, наверное, какие-то типа стирки, что-то такое. Стирки для сетей морских. Да. Ну да, сети тоже надо стирать иногда. Процесс там же показывался, ты видела процесс? А, ну да. Вот там все сидят, видишь? Тут такая панорама. Люблю вот эти города, которые на воде. Угу. Такие, особенно в заливе, который находится, они такие милые всегда. Можешь всегда пойти на какую-то точку такую смотровую и оттуда смотреть на воду. Любоваться, да? Угу. Место. В заливе, который находится в городах. Я думаю, мы сюда еще днем придем, чтобы более видно было, посмотрим, что тут. А вон тут можно еще, видишь, какой лежак. Ох ты, слушай, смотри, серьезно, лежак тут, так? А вот здесь, вот он здесь тоже. Да? Можно вот так вот, друзья, здесь спокойно лежать. Алло. Да? Огромные такие, да? Но это лежак для этих, для таких конкретных. Как его? Для великанов. Так звезды хорошо видно. Да. Правда, звезд нету. Луна вон есть. Нет. Да, так звезды жидкие. Ну большую медведицу я хорошо вижу. Где ты ее видишь? Вот, прямо над головой. Ну да, есть такое. Имеется. Че, пойдем? Да, что-то так хорошо здесь. Пойдем, хватит лежать. Нас ждут великие дела. Я думаю, если вдруг что-то там, надеюсь, такое не будет. Но не будет жилья, да, и возможности жить под крышей, то здесь, кстати, очень даже неплохо. Да? Здесь постелить. То есть место для... Одеялка. Место для установки палатки мы нашли. Нет, может, даже без палатки, мне кажется. Мешок положил и сверху пледом укрылся там в кофте. Как раз нормально будет, я думаю. А вот даже здесь тоже есть. Ага. Огромные. Для великанов такие лежаки. Для этих, лежаки для Гераклов. Для героев. Ну хорошо. Значит, вечерний посидел. Что, тогда сейчас пойдем. Нам надо, наверное, вот так вот налево и туда направо. Или можем прямо и налево, или налево потом направо. Примерно так же получается. Нам далеко-то не надо идти, мы практически в центре. Ну да. Находимся, живем. Мы можем прямо пойти. Друзья, сегодня сменили второй отель. Вот. Тоже практически в центре все находится. То есть с центра пока не выезжаем. И, надеюсь, не будем уезжать. Хотя, конечно, сегодня прогуливались не только по центру, поднимались туда наверх. Смотрели, что там, к чему. Узнавали насчет недвижимости и других вещей. Так, ну что, друзья, пока. Что, будем пока прощаться. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в солнечную.